было? Два, три? Три, давайте. Алло. Алло. Ты же мне не говоришь, когда ты едешь в серебряный ключ, чтобы забрать деньги. Рисуют гораздо страшнее, да? А я рисую. Портрет рисую. Сейчас тебе сфоткаю, покажу. Нет, никак. Да. Да. Ха-ха-ха.
понял. Хорошая. Только она почему-то со временем меняет качество. Что-то становится меньше. Это под конец? Ну вот я покупал несколько, она какая-то становится это... Липкая. Да? Она стала липкой и, в принципе, не работает. Вот она сейчас нормальная, а потом она как раньше были советские резинки? Ну почему? Чуть похоже. Ну, конечно, советские не были такие. Но советские были. И мы их вымачивали в керосине. И вот она тогда становилась такой. Я знаю, в школу мягкой. Ходила, она похожая была. Глаза пошире, конечно. Пошире. Да. Не у вас, а вот чем здесь. Может, вас никто здесь не узнает? Цветок просил. Я покажу, что знаю. Зато вы-то знаете, что это вы. И я тоже. Нет, ну тут весь смысл-то как раз... Действительно, чтобы узнали это вон там, в том отделе, там куча специалистов с красивыми фотоаппаратами. Пикассо написал. Нет. А что, вы торопитесь? Нет, хочу посмотреть. Это Пикассо в своей манере кубистической сделал портрет какого-то Жана Делюка, там я не помню. А у вас же там еще коса. Конечно, вот она. Пятое, ноль, шестое, 18. Ну и надо несколько последних штрихов сделать. Чтобы было красиво на вашу тему. Я так хожу по городу и на хлеб на вас. 5 минут. Спасибо. Красиво. Да, только рамка должна быть больше. Да.